Для приготовления плюшек с сахаром нам понадобится тесто и начинка. Рецепт теста вы можете посмотреть на видео «Булочки для чизбургеров и гамбургеров». Для приготовления начинки нам понадобится подсолнечное масло и сахар. Также понадобится одно яйцо для смазывания плюшек. Готовое дрожжевое тесто разделываем на небольшие кусочки. Каждый кусочек формируем в шары, затем каждый шар раскатываем в тонкую лепешку. Каждую лепешку смазываем подсолнечным маслом. Сверху на подсолнечное масло насыпаем тонким слоем сахар. Затем скручиваем в небольшой рулет. Острым ножом посередине рулета делаем надрез. Затем делаем сердечко. Так получается плюшка с сахаром. Готовые плюшки с сахаром выкладываем на смазанную подсолнечным маслом форму и даем подойти. Затем смазываем сверху взбитым яйцом. Выпекаем плюшки в духовке, разогретой на 180 градусов, 15 минут. Готовым плюшкам даем остыть после выпекания и выкладываем на блюдо. Приятного аппетита!